Испания готова передать Украине танки «Леопард 2А4» и гусеничные бронетранспортеры М113. Об этом сообщает «Инфодефенса». Издание со ссылкой на собственные источники отметило, что Министерство обороны Испании дало зеленый свет на передачу Украине 10 танков и 20 БТР. Вооружение передается, как военно-техническая помощь Украине в борьбе с агрессией России. В настоящее время Минобороны Испании изучает возможности бронетехники, находящейся в резерве и неиспользуемой вооруженными силами страны. До этого Испания поставляла боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение. Сейчас уже говорится о передаче основных боевых танков. В издании подчеркнули, что после того, как танки и бронетранспортеры станут собственностью ВСУ, правительство Украины будет финансировать обновление и модернизацию бронетехники на испанских предприятиях. Средства на ремонт «Леопард 2А4» и М113 могут поступить из Европейского фонда мира, финансируемого Европейским Союзом. По информации источников «Инфодефенса», стоимость восстановления танков и бронетранспортеров может составить от 5 до 15 миллионов евро и продлится до конца этого года. Стоимость будет зависеть от уровня модернизации, которая будет выбрана, и трудностей поиска нужных запасных частей к бронетехнике. Ранее сообщалось, что Испания готова поставить Украине танки «Леопард А4», которые уже 10 лет находятся в резерве на базе в Сарагосе. Эти танки являются частью партии из 108 единиц, которые Германия продала Испании в 1995 году перед контрактом на производство «Леопард» в Испании. По оценкам СМИ, появившимся ранее около 40 танков могут быть отремонтированы. Вместе с тем машины нуждаются в определенных работах по модернизации со стороны промышленности. Кроме того, Испания предложила Украине обучение военных на бронетехнике. Спасибо за просмотр. Слава Украине!